Всем привет, друзья! Начнем контент делать. Усаживайтесь поудобнее с чаем и печеньками. Платили? Нормально. Надо что-то с них собрать уже все-таки. Только деньги, что-то я вижу. За что? Они на меня напали? Это вообще в кильте гоняет. Пойдемте. Можно будет этого глашатая. Ну-ка, давай под тебя. Сколько? Ха! Его пнули. Ха, пацаны, молодцы. Самые крепкие и бесшовные почки в Америке. Собака лает на ребенка. Хорошо, что я испугал. Двое стоят там. Че это вы там охраняете? Стоят они там. Добиваться я не что такое?
Я здесь перерубил. Че, сразишься со мной? Так буду тебя убивать. А что с тем можно поймить вообще? Только деньги? Ладно. Порубились. Размялись. Кот, хочу познакомить вас с моими друзьями. Владелец этого славного заведения Уильям Молино. И управляющий, и повар Стефан Шафо. О! Мы с Коннором как раз столкнулись с солдатами. Сборщик налогов хотел вломиться в мой дом. Эти сборщики наглеют с каждым днем. Нужно заняться этим, Сэмюэл. Пора поднять знамя. Сделать что-то, чтобы дать людям знать, они не одни. В порту неспокойно. Недовольные пикетируют поставки британского чая. И весь город глаз не сводит с этой сцены. Бостон из решённой чая опасен. Уильям Джонсон сгружает чай тайно. Его человек пытался продать мне это. Я отказался, но вот образец тех кораблей. Взгляните на печать. Джонсон просит втридорога. Те, кто согласился, озолотят его. Где он сейчас? Я с ним не знаком. А зачем вы его ищете, Коннор? Он хочет купить землю, на которой стоит моя деревня, не спросив согласия у моего народа. Без всякого сомнения, доходы с этой контрабанды идут на покупку земли. Без сомнения, этот налог на чай поощряет контрабанду. Думаю, те же, кто задирает налоги, продают чай. Сцене нужен спектакль, я знаю нужную пьесу. Коннор, ступайте в порт и займитесь уничтожением чая. Если что, приходите сюда. Хорошо. Так, порт надо будет сгонять. Простите. Эй, полегче! Опа. Отлично. Чё одни налоги? Так, надо пойду куплю этот побазарить. Пацаны, аккуратнее. Не толкайтесь. Boston Country Journal. Любимая газета за Пенни. Детишки. Вот это корабль. Ой, кайф. Смотрите, какой кайф. Реально. Какая громадина. Да, кайф. Как же она будет плавать.
А здание что, тоже нужно уничтожить или что? Вот это вот. Что это за книга такая? А, ух ты, это на корабль. Одна пушка. Вот это да, вот это да. Надо посмотреть, подождите. Деревянное укрепленное дополнительно деревянным балком для улучшения сопротивляемости пушечному огню. Дополнительная пушка, замечательная гребет, дополнительная пушка, увеличивая наносимый урон. Каленые ядра. Эти пушечные ядра, обернутые в просмоленную парусину, загораются при выстреле. Наиболее эффективно против больших судов. Картечь. Маленькие металлические шарики используются в качестве снарядов. Картечь уничтожает все на своем пути. Мачта бросает даже людей. Улучшенный руль. Руль более качественным профилем улучшает маневренность корабля. Бронебойные снаряды. Это улучшенный позволяет фальконерам стрелять более мощными боеприпасами. Благодаря улучшенному профилю снаряд летят лучше, да? И корабельный таран там, да? Увеличенный на носу корабля металлический таран увеличит повреждение, наносимые другим кораблям при носовом столкновении. Блин, штука классная. Здесь столько прикольных ерундовин, которые прикрепляются дополнительными деревянными балками. Пушки дополнительные нужны. Купим. Каленые ядра 19 тысяч. У нас 20 тысяч. Улучшенные руки. Снаряды для... Давайте бронебойку сделаем, да. Корабельный таран. Картечь. Укрепление потом можно будет бахнуть. Ну вот картечь и... Значит, надо... Открывать, искать бабло. Это правильно делать. Извините. Долго будет стоять паровозить? О да, Бах, Скарлатти и Пергалесси. Поставки из Европы нынче так редки, чудо, что брат смог переправить в ноту. Аккуратненько положим. Здесь нету бомб. Мужик, зря ты здесь сидишь. А
А забыл, что надо перезарядить же. Сразу перезарядку надо сделать. Ну чё, подеремся? Друзья, которые к нам нужны будут. Так, кого нам бы... Ну да. Как обычно, зазубренными. Меня же ни за что, он ничего не сделал! Это... Благодарю. Они перебрали Бля, и им не понравился мой голос. А я просто с девушкой говорил. Ваш выговор мне не знаком. Откуда вы родом? С севера. Из провинции Квебек. Что привело вас в Бостон? Я рудокоп. Но работу найти тяжело. Из-за выговора люди меня совсем не слушают. Возможно, нас свела судьба. Я живу в деревне в нескольких милях отсюда. Там как раз заложили рудник. Не знаю, будет ли толк, но, может быть, вы этим заинтересуетесь? Я загляну. Если что-то путное, можно будет обсудить. Ну вот. Пополняется у нас деревня. Территория, точнее. Стефан, что стряслось? Где сам Адамс? Не знаю. Меня ограбили. Я перевез сюда ценности, но пока меня не было, кто-то все украл, мерзавцы! Куда это вы? Вернуть мое имущество. Красные мундиры хотят получить тряпку! Ces coquins me prennent mon père au Canada et voilà qu'ils me ravissent ma propriété ici! Il suffit! Вот как надо
красными дьяволами. Айбунт нахватывает. Сисаком. Стефан, прошу, послушайте меня! Я слушал слишком долго! Эти грабители врываются в мой дом! Я отомщу! Виновные заплатят сполна! И их дружки! Voilà trop longtemps que je subis ces affronts! Ils vont goûter de mon courroux! На драку нарываешься! Тихо, тихо, тихо. Топориком будем. С несправедливостью можно бороться, но не так же. Уничтожен, глупая тварь. И я должен сказать Джонсону, что его чай вдруг взял и сам сгорел. Вздор. Кто-то за этим стоит. И ты выяснишь, кто. А не сможешь, я тебя пристрелю и найду шавку умнее. Что будем делать? Сейчас узнаете. Кто вы, черт возьми? О! За что? У вас нет права грабить людей. Даже по указу парламента. Какой парламент? Я работаю на Уильяма Джонсона. Джонсона? Прикончите его без шума. Прошу. Какая судьба у тебя? Жесть какая была. Кажется, люди вас слушают. Как там ваши вещи? Люди слушают меня, потому что я говорю правду. Что в 1000 раз дороже содержимого моего сундука. Пусть Томми им подавится. Вы справились. Я же обещал вам Эль, когда вы мне помогли. Взамен предлагаю
свою верность, пусть это и немного. Вы помогли мне, и я благодарен. Теперь мне надо найти Сэма Адамса. Ну что, друзья, давайте закончим на этом. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь на канал, проставляйте колокольчик, ставьте лайки либо дизлайки, оставляйте комментарии, что думаете, и до новых встреч. Всем пока!